Со Светой мы познакомились на работе в магазине «Пятерочка». Я пришел делать заказ и понял, пробежала между нами искра, я понял, что это мое. Спустя год отношений я сделал ей предложение. И после этого на 8 марта, он символично на женский праздник, он мне сделал предложение руки и сердца. Было очень интересно. Сделал красивые формы сердца, свечечки выложил. Придя домой, мы первым делом, что обнаружили, это густой дым, который шел из этой комнаты. В итоге я не спалил чуть комнату, и было эффектно. А потом на следующий день мы с ним все это оттирали, все стены, все потолок, но было на самом деле очень приятное предложение. Как он это все красиво сделал, встал на колено и сказал такие трогательные слова, что он меня очень любит, и что я вышла за него замуж, попросил меня. Нашего брака я жду только самых позитивных моментов, чтобы наши отношения оставались такими же яркими, веселыми, и чтобы Виталий всегда радовал меня своей красивой улыбкой. I never felt alone. I was happy on my own. There was something missing. I guess I didn't see the possibility. It was waiting all the time, but it never crossed my mind till you opened up my eyes. Now all I think about is you in my life, in my dreams, in my heart. I know it's true. Crossed my mind till you opened up my eyes.